программа режиссеров Владимира Ворокова, Рины Мартиросовой «Взгляните на лицо». Добрый день, дорогие гости и участники праздника! Сегодня наша встреча посвящена Дню семьи, любви и верности. В этом зале присутствуют представители семейных династий, многодетные и молодые семьи нашей республики, которых собрал сегодня праздник, проводимый Союзом женщин Кабардино-Балкарской республики. Дорогие друзья, мы очень рады видеть всех вас в добром здравии. Примите самые теплые и сердечные поздравления со светлым праздником, Днем семьи, любви и верности. Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю. Является символом супружества, любви и верности. Дорогие герои сегодняшнего торжества, в канун праздника Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в Российской Федерации в первое воскресенье июля, мы чествуем победителей республиканского конкурса «Семья года 2019». Конкурс «Семья года» всероссийский и проводится у нас в республике уже третий год. Конкурс направлен на сохранение семейных традиций, семейных ценностей и проводится по пяти номинациям. Это многодетная семья и золотая семья, молодая семья, сельская семья и семья-хранитель традиций. Дополнительно нами были учреждены еще две номинации. Это творческая семья и спортивная семья. Победители предыдущих конкурсов 2016-2018 годов были представлены нами на всероссийский конкурс в Москву. И все они стали победителями или номинантами. Это семья Бочкановых в номинации «Сельская семья», семья Маркевич в номинации «Многодетная семья», семья Жиляевых в номинации «Семья хранитель традиций». Сказка несказанная проза, на клумбе распустившаяся роза. Кабардино-Балкария.
времен семья является незыблемым оплотом общества, а главной семейной ценностью являются дети, олицетворяющие вечный смысл жизни. Вот и наше знакомство с семьями, участниками и победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019», присутствующими на сегодняшнем празднике, мы хотим начать с номинации «Многодетная семья». За занятое второе место на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Многодетная семья» дипломом награждается семья Бербековых. Занятое второе место на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года 2019» награждается дипломом «Семья Хайназаровых». За занятое первое место диплом вручается семье Дугушевых. Oh.
Кабардино-Балкарии защита семейных ценностей, помощь многодетным семьям, охрана материнства и детства являются абсолютными приоритетами. Этим вопросам всегда уделяют и будет уделяться самое пристальное внимание. Создаются все условия для того, чтобы в нашей республике подрастающее поколение имело как можно больше возможностей для здорового роста и полноценного личностного развития. Дорогие друзья, сегодня мы чествуем замечательные семьи, победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019». Сейчас на сцену приглашаются семьи, занявшие первые места в номинации «Золотая семья России». Дорогие друзья, я с удовольствием хочу поздравить все семьи, которые сегодня здесь, в вашем лице, все семьи Кабардино-Балкарской Республики, замечательным праздником, Днем Семьи, Любви и Верности. Хоть и много номинаций, я считаю, все семьи, которые здесь, все они золотые. Это золотой фонд нашей республики, золотой фонд. То, что они вносят в воспитание молодежи, то, что в традициях наших народов воспитывают свои семьи, молодое поколение. Я думаю, это деньгами оценить невозможно. Я думаю, заслуживает самого-самого большой благодарности от органов государственной власти и всего нашего общества. За занятое первое место на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Золотая семья России» награждается семья Гониковых. Первое место на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Золотая семья России» дипломом награждается семья Жигамуховых. Thank you.
познакомим вас с семьями победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Семья – хранитель традиций». Разрешите мне и от себя лично, и от своих товарищей коммунистов, от своих коллег-депутатов сегодня присоединиться к тем добрым словам поздравления, которые звучат с этой сцены. И эти слова адресовать всем победителям, номинантам, призерам вот этого всероссийского конкурса. Если счастлива одна семья, то счастлива вся страна. Поэтому сегодня люди, которые выходят на эту сцену, пройдя непростой жизненный путь, они доказывают своей жизнью, своим отношением, своей любовью, поддержкой друг друга, что можно жить в любое сложное, простое, но в любое время можно жить, можно быть по-человечески счастливым, быть семейно счастливым. И сегодня мы чествуем самое дорогое, что есть в нашей стране. Это семья. Вот все начинается именно с семьи. За занятое второе место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Семья – хранитель традиций» дипломом награждается семья Болотоковых. Занятое второе место дипломом награждается семья Сабанчиевых. За занятое второе место награждается семья Балиевых. Душой и сердцем со своей семьей. Этот узелок невозможно разрубить. Семья – это уют и покой, тепло родных для сердца людей, детский смех, забота, любовь, доброта.
Семья – это дом, где смеется душа. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие. Звучит детский смех, мира, процветания, тепла, домашнего очага и крепкого вам здоровья. Дорогие друзья, мы от всей души благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе совести, благородства, мудрости и доброты. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции. За занятое первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Семья. Хранитель традиций» дипломом награждается семья Куниживых. Занятое первое место в номинации «Семья хранитель традиций» дипломом награждается семья Батитовых. За занятое первое место в номинации «Семья хранитель традиций» дипломом награждается семья Гоновых. Очень горевал, говорят, четыре дня он не пил ни ел.
дорогие друзья, позвольте представить вам семьи, победившие в номинации «Молодая семья». Дорогие друзья, разрешите всех вас поздравить с этим великолепным праздником, Днем семьи, любви и верности. И в первую очередь, слова поздравления вам, дорогие наши женщины. Во многом от вас зависит счастье, мир и благополучие в семье. Низкий вам поклон и слова благодарности. За занятое третье место на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Молодая семья» дипломом награждается семья Гутовых. Занятое третье место в номинации «Молодая семья» дипломом награждается семья Ковалевых. За занятое второе место в номинации «Молодая семья» дипломом награждается семья Апауновых. За занятое первое место в номинации «Молодая семья» дипломом награждается семья Мисроковых. Ночью огни горят.
сельская семья. Наверное, излишне говорить о роли семьи, формировании человека, формировании нашего общества. Семья, она делает человека человеком, она его формирует, она его ограждает от внешних угроз. И разрешите вас всех от всей души искренне поздравить с сегодняшним праздником. За занятое третье место на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Сельская семья» дипломом награждается семья Зобниных. Дипломом награждается семья Хапаевых. За занятое первое место в номинации «Сельская семья» дипломом награждается семья Башиевых. Первое место в номинации «Сельская семья» дипломом награждается семья Казанчевых. Памятных дней. В согласии делят они свои общие заботы и радости, трудятся, воспитывая детей. Это и есть счастье. Всю теплоту души отдают они детям, воспитывая их в лучших семейных традициях, прививая трудолюбие и доброту. В их семьях царит согласие и взаимоуважение. Очень приятно сегодня находиться в этом зале среди такого количества образцовых семей. Я всем семьям желаю здоровья, верных друзей и хороших соседей. И тогда общество будет крепким, и государство будет сильным.
И каждой семье под ваши аплодисменты вручаются памятные подарки. Вот такие вот книги о семье, о семейных ценностях. И, естественно, вот такие вот памятные подарки с букетами цветов. Астрид Линдгрен. И вот представьте себе, это была большая семья у Линдгрен. Они любили друг друга. Папа и мама были настолько влюблены, что не могли провести друг без друга одного часа. Вот настолько влюбленная семья это была, особенно папа с мамой. И, как всегда бывает, случилась трагедия. Мама заболела. И все дети начали больше бояться за отца, чем за мать. Они знали, что это неизбежно, что мама уйдет от них. И она ушла. Папа остался, и дети начали все внимание уделять ему, боясь, что он сойдет с ума. И так оно и начало случаться. В один момент, это представьте себе, Астрид Линдгрен рассказывает маме Павла Лунгина, режиссера этого. И в один момент он начал улыбаться, смеяться, начал чему-то радоваться. И когда спросили дети у него: «Папа, у нас мама умерла, ты чему радуешься?» А он говорит: «Я счастлив». «Почему ты счастлив?» «А счастлив я из-за того, что мама не терпит то горе несусветное, ту боль страшную, которую я сейчас терплю. Ее нет, страдаю я. И вот эти горечь, вот эта боль страданий легла на мои плечи, а не на плечи мамы. Вот за это я радуюсь. Вот это любовь, вот это семья». Жена
Теша, она хочу, мы плодих мерзи фаша. Боже, хвозями я рощу, ваша тупо зыква фаша. Зэн-зэн-зэн, сладзэ, вы слайха, зэжи плодянка мя папаш. Другя да тош ваша маха, зыква феручка мя папаш. Зыква шим алши таха, то вас там кровь лападе. Веча вы хитам на таха, и репы так ваду в шаде. Веча вы хитам на таха, и репы так ваду в шаде, вы в шаде. Слово «счастье» вообще оно настолько, конечно, многогранно и включает в себя и радость, и здоровье, и благополучие, и еще многое другое. Поэтому вот те общественные организации, которые дарят минуты счастья нам всем, очень хочется их поблагодарить. Это Союз женщин Кабардино-Балкарии и при помощи органов местного самоуправления, при помощи органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской республики вот сегодняшний вечер состоялся. И очень приятно приветствовать на сцене лауреатов этого конкурса и поздравить их. Значит, ну, я вам хотел рассказать о том, что общественная организация наша, например, делается тоже для сохранения семейных традиций, различные, и проводятся различные мероприятия, такие как парад семьи, моя история, мои истоки, семейная открытка и так далее. Вот сегодня мы раздадим вам вот такие семейные древа. Хотелось бы вам несколько таких строк посвятить. Это семейная радость, счастливые лица. Желаем всем семьям любовью светиться. Пусть в семьях веселый звучит детский смех. Добрый и радостный праздник для всех. Любовь процветает кругом на земле. Мир вашему дому и каждой семье. За участие на региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Молодая семья». Благодарность вручается семье Федотовых. Детя, ласкает тихой песней.
Прощаемся с вами и искренне желаем вам семейного уюта, долголетия, благополучия, любви и взаимопонимания. Доброго здоровья, благополучия, любви и семейной гармонии. Пусть ваши семьи будут крепкими и счастливыми. Любите и будьте любимы! С праздником!